Кругом затылки мудаков тебе подобных блестят, и мысль одна на всех снует по ним вперед и назад. Пиздец, я в армии нахуй. О-о-о, теперь я в армии нахуй. Теперь я в армии нахуй. Все, пиздец, теперь я в армии нахуй. Потом мудной распределитель, 100 дебилов в трусах, а дальше форма, бля, учебка, бля, присяга, бля, затрах. Ты, сука, в армии нахуй. Не пиздец, ты, сука, в армии. Я прикорнул на дне окопа, и мне снится кровать, но слышу крик старшины. Ёб твою мать, ты, сука, в армии нахуй. Быстро встань, ты, сука, в армии нахуй. Ты, сука, в армии. И день единственный мы будем отмечать до седин, и в этот день мы будем пить и пиздить всех, кого хотим. Мы были в армии, нахуй. Понял, бля, мы были в армии, нахуй. Всем привет, и по этому уже вступительному ролику вы уже поняли, что я в армии ЛВА. Был призыв в 11 часов по московскому времени. Я быстренько прибежал, ожидал, что там будет опять мясо, но если посмотреть, что было 200 человек онлайн и 11 часов по московскому времени, то, конечно же, там набор и конкуренция была маленькая, но я планирую идти до 3-го ранга, а потом уже переводиться в полицейский департамент. Так, что-то ко мне этот чертило пристал, говорит, повязку одевай. А, ну да, точно забыл. Тут я в первом взводе, мне нужна повязка. Да, я не помню какого цвета, ну ладно, вроде каких-то из этих. Побежал я, короче, на свой пост, я не помню точно, то ли склады мне дали, где бандиты забирают маты, то ли сетка, где эти бандиты пробираются. Но, блядь, это же лучше все равно, чем внутри этого периметра ходить и ни хрена, вообще ни экшена, ничего вообще. Так, это кто такие? Так, их не надо трогать. Вон, блядь, бандиты! Вали их! Сука, скиллы-то у меня только... Ёбаный в рот, сколько их там! Эмка, спасай! Бля, это чё, они бессмертные? Да какой, патроны кончились! Да, убивай его, убивай! Еее, 500 вирт! Зарплата маленькая... Ещё один! Маслач! А, сука, не убил, или убил. Вот ещё один. Сейчас мы его зажмём. Так, я помог, так, там еще кто-то. Там еще есть. О! Блядь, все смешались. Люди, все, блядь, еще одного убил, еще 500 вид, уже косарь. Сука, а ты своего, что ли, убил? Блядь, это не я, сори. Рифаган, блядь, рос. Так, чё доебался до меня? Сука, блядь, повязки доебался, урод, сука. Это кто такой, блядь, завалил бы? А, это наш. Блядь, ещё один лезет! Да блин, нахуй, сука. Убили уже. Жиды тупые. Так, ещё где-то. Вон ещё. Так. Вот. Блять. А хрен поймешь. Буду бегать, бандитов искать. Вон еще бежит. На вышку. Вот еще бежит. Стоять. Сука, он уже готовится что-то сделать. Да бля, выше. Пацан попал. Да. Есть! Еще 500 вирт, уже 1500. Вот еще. А, это наш. Это самая нормальная вышка. Сука. Я попросил разрешения съездить до банка. А тут вот что опять происходит. Админы постарались в кавычках. Сделали вот такую, как скажем. Даже музыка прекратилась.
Так, хорошо. Какого-то Джастина Бибера нам крутят тут. Ну ладно, дело не в этом.